Места разврата в центре Одессы прекратили существование. Полицейские разоблачили группу людей, которые занимались сутенерством. В съемных квартирах на улицах Бунина и Некрасова они держали бордели, куда по предварительно размещенным в соцсетях объявлениям втягивали девушек в затруднительном материальном положении для занятия проституцией. По правилам рекрутеров, с одного клиента наемница должна была брать 2000 гривен из заработанных в сутки денег. Девушки получали 50%. Работаем, встречаем гостей, которые приходят сюда. Потом они забирают девочку, идут оттуда. Занимаются сексом девочки. Они звонят и спрашивают, я нашел на сайте, хочу к вам прийти. Да. Приходите, я говорю, куда? Звонит клиент, говорит, я хочу девочку, адрес такой-то, такой-то. Я говорю, хорошо. Ну, свою часть я забираю. 50/50. Дома и на работе у злоумышленников правоохранители провели санкционированные обыски и изъяли черные записи, телефоны, ноутбуки, банковские карты, мобильные телефоны, деньги и другие вещественные доказательства. Теперь им грозит лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. За результатами досудового розслідування, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили чотирьом зловмисницям віком від 28 до 44 років підозри за частиною 2 статті 303 Кримінального кодексу України, тобто у сутенерстві. Наразі вирішується питання про обрання громадянкам запобіжного заходу. За скоєний злочин їм загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.